Вы смотрите видео об отеле Ротонда Hotel. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Ротонда Hotel расположен в стране Греция в регионе Салоники и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. В центре Салоники, рядом с ЖД вокзалом, в 10 минутах ходьбы от центральной улицы Игнатия, в 15 километрах от аэропорта Македония. Обновлен полностью в 2009 году. Небольшой экономичный отель расположен в центре города, недалеко от железнодорожного вокзала. Отель отличается простотой и выдержанностью стиля, а также качественным обслуживанием. На территории отеля имеются услуги, коктейль-бар, Wi-Fi бесплатно, парковка бесплатна. В номерах есть балкон, терраса, ванна, душ, кондиционер, отопление, телевизор, телефон, фен, холодильник. Номерной фонд отеля состоит из всего 79 стандарт румс, тильда 20 квадратных метров. В номерах – кондиционер, отопление, телевизор, телефон, холодильник, душ, фен, сейф, бесплатный Wi-Fi интернет, балкон. Тип дополнительной кровати, диван, ежедневная уборка номеров, смена белья 2 раза в неделю. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть интернет, интернет-уголок и Wi-Fi интернет в общественных местах и в номерах бесплатно. Химчистка прачечная, услуги прачечной, автостоянка бесплатная. Магазин. В 10 минутах ходьбы расположена центральная улица с множеством магазинов. Обслуживание номеров. Сейф в номере бесплатно. Трансфер, автобусная остановка в 30 метрах от отеля. Столовая, зал для завтраков. Год, когда был сделан последний ремонт, 2008. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Thank you.